По трапу они сошли с охапкой медалей. В центре внимания, конечно, Роман Жданов. Он привез из Лондона 4 бронзовых медали, 3 золота и 3 мировых рекорда. It's Roman Zhdanov again. 3 world records for Zhdanov. Кому хочешь посвятить свою победу? Мне кажется, тренеру и родителям. Это самое главное. Также, да, мне кажется, оно идет всем, кто поддерживал и просто рядом был. Это тут есть частичка каждого. Конечно, здесь есть заслуга каждого, но в первую очередь тренера. Все участники мирового первенства из Алтайского края – это воспитанники Елены Соколовой. И все из Бийска. И, похоже, она готовит новых звезд. В данное время есть спортсменка Калентея Ивана, которая также внесена в систему АДАМС. То есть это антидопинговая система. И я надеюсь, что в ближайшее время... Она, в принципе, она член сборной России, что в ближайшее время выехаем на международные старты, вот, где она получит международный статус и также будет, я думаю, надеюсь, на Олимпиаду. Подопечного Елены Романа Жданова по итогам Лондона можно назвать лучшим российским пловцом с поражением опорно-двигательного аппарата. Сейчас он отправляется отдыхать. Впереди у него чемпионат Европы и главный старт следующего года – Паралимпийские игры в Токио. Андрей Дриер, Николай Шелко, «День с толком».